я вспоминаю, какая мне предстоит роль. Я вижу в зеркале вовсе не отражение. Скорее, не мою просьбу. Только дотяни до вечера. Береги эту медаль, Экси. Потому что он сейчас... Не трогай! Отвали, Мишель! Домой подбросить. Я посмотрел твое дело. Твой отец был бы разочарован дорогой, которую ты выбрал. Я вижу человека с потенциалом. Человека преданного и исполнительного, стремящегося к чему-то хорошему. Быть джентльменом – это прежде всего быть самим собой. Едем вверх или вниз? Никуда. Сосредоточьтесь на обучении.